ноет и требует сладкого. А какой он, король? Самое главное, что он не такой, как его отец. Думаю, ты сочтешь его весьма разумным. Та самая Элой, что может видеть незримое. Я рад. Ты оказала мне большую услугу. Эрен, расскажи ей. Я посмотрел на тело, и это не Эрза. Не хватает шрама под правым коленом. Это мы с ней в детстве подрались за деревянный меч. Если в броне Эрзы другой человек, она может быть жива. И я ни за что не брошу ее. Выходит, что ее похитили. Но вот кто? Есть предположение. В Азирам у Эрзы есть враг. Человек по имени Дервал. Ну нет. За Дервалом охотились все кланы Жилы. Он наверняка уже мертв. Больше ни у кого в Азирам нет ни мотива, ни способности придумать такую ловушку. Не удивлюсь, если он прячется в пограничных землях. Я уже отправил агента на поиски. Он ждет распоряжений на рыночной площади в Смоляном утесе. Войска у границы могут спровоцировать Азирам. Но если отправить лишь авангард и одну талантливую девицу из племени Нора. Эрен, Марат, пока оставьте нас одних. Неловко просить после всего, что ты сделала. Но для меня это исключительно важно. Кто такой этот Дервал? Чтобы понять Дервала, нужно знать, кем был мой отец. Он на самом деле считал себя солнцем. Его разум был искажен. Он считал, что кровавая жертва — ответ на любой вопрос. И добывал жертвы в других племенах, в основном в Азирам. Дервал оборонялся. Он вооружил свой народ просто до зубов. А мой отец ответил ему еще большей жестокостью. Он схватил жену Дервала и дочь и принес в жертву в круге солнца. Я вижу, Эрза была дорога вам. Если бы не авангард Азирам, я бы не смог освободить Меридиан и положить конец тирании моего отца. С тех пор мы всеми силами поддерживаем мир между нашими племенами. Это непросто, но Эрза знает подход к своим. Именно поэтому я должен вернуть ее. Скорее. Но почему Дервал так стремился похитить Эрзу? Она предала его. Эрза была его соратницей, пока не узнала, что он задумал перерезать всех жителей Меридиана. Она пришла ко мне. Мы помешали Дервалу и спасли город от моего отца. С тех самых пор Дервал тратит все силы, чтобы отомстить соплеменникам, поддержавшим меня. Он завел себе столько врагов, что я считал его мертвым. Я ошибся. На мое племя напали убийцы. И я узнала, что они из Карха Тьмы. Они называют себя Затмением. У них есть машины, которые могут заражать другие и управлять ими. Они хотят напасть на Меридиан. Да, я уже слышал об этом из донесений Марана. Некая группа Карха Тьмы, которая подчиняет себе машины. Тебе известно, когда будет атака? Нет, точно нет. Что ж, мы подготовимся. Но все же пока... Эрза – моя главная задача. Прошу, найди ее. Я хочу узнать побольше о Доме Солнца и его политике. Ну, конечно. А кто такие эти Карха Тьмы? Зачем им нападать на Эрзу? Это горстка тех, кто остался верен отцу. Сидят в закатной крепости к западу отсюда. Как и мой отец, они любят только власть. И алчут силы солнца, надеясь обрести ее через ритуальные кровопролития.
Эрза помогла мне изгнать их, они ее заклятые враги. Дервал знал, на кого валить вину. Говорят, вы бог солнца, убивший отца, чтобы объединить племена в гармонии. Молва не лжет? Говорят, ты видишь незримое, попадаешь в древко стрелы и укрощаешь взглядом машины. Неужели молва не лжет? Ну, почти нет. Что ж, я бы рад объединить племена в гармонии, но ты сама видишь, какая ко мне очередь просителей. Может, через недельку? Говорят, вы бог... Говорят, ты... Ну, почти... Что ж... Неплохое местечко. А видно отсюда маленьких людишек внизу? Не одобряешь? Ну, скажу тебе по секрету. И я тоже. Но имей терпение. Нельзя сразу проснуться в новой стране. Станет ли она новой, если править из дворца? Может быть. В будущем. Если мне помогут такие, как ты. Очень сложная она, ваша политика. То есть Азирам — это и друзья, и враги. Я бы не смог освободить Меридиан без помощи Эрзы и ее азирамских бойцов. Многие из них остались здесь. Но старейшина азирамских кланов Жили не может смириться с их успехами, как и высшие слои Карха. Ситуация сложная, особенно если учесть, что отец много лет совершал на Азирам набеги. Эрза держит мир, обещает своим людям взаимную выгоду. Мне надо идти. Знаю. Что ж, говорят, король не просит. Но умоляю, найди Эрзу. Кто говорит? Например, Марат. Кстати, если нужна помощь, обратись к нему или к Эренду. Я думал, что Эрза мертва. И Дервал тоже мертв. Но смерть штука непостоянная. Ну или я тупой. Неважно. Сейчас надо разыскать мою сестру и отомстить. Вот бы люди Марада нашли зацепку. А Эрза что-то говорила об этом Дервале? Мы вместе служили под его началом. То есть... Помогли собрать армию и свергнуть безумного короля. Но потом Дервал начал липнуть к Эрзе. Само собой, без шансов, но никак не отступался. К тому же вдруг выяснилось, что Дервал хочет перерезать вообще все племя Карха. Короче говоря, дерьмо жвачника, а не человек. Ават очень хочет найти твою сестру. Да. Она была ему близка. Болтали даже, что они спят. Но я не верю. Он слишком тощий. Так, все, не хочу даже это представлять. Лучше думать о поисках. И как отомстить Дервалу. Мне пора. Только ты уж приди в Смоляной утес. Ради Эрзы.
Вот смоляной утес. Агент Марада должен быть на рыночной площади. И где этот агент? У него было время собрать сведения. Надо поискать. Конечно. Давно мы не виделись. Чем дольше мы проживем здесь, тем ближе нам станет это место. Тут недавно был кто-то. И явно спешил. Это агент Марада. Люди Дарвала его нашли. Выходит, он что-то знал. Посмотри. Он нарисовал карту своей кровью. Да, таким картам стоит следовать. Вот смоляной утес. Он отметил точку на севере. Наверное, Дарвал тут. Мои люди ждут у границ города. Я приведу их сюда.